Нормально звезду сбил, ага, повезло. Немножко. Сергей Берников, привет. Я тут пока себе засаду готовлю. Воу-воу, тут прострел, кажется, есть. Небольшенький. Этого я только напугаю. Ого, КВ-2, кому-то влупил. Они... У нас они уже насосал на пол хп. Даже непрозрачный куст получается. Ну, они насосал на половину хп, поехал насасывать на остатки хп. Так сказать. И КВ-2 вместе с ним поехал. И Пантера вместе с ними поехала. Молодцы какие. На гусенице держу. Пробую. На гусеницу обновить, дать урон. На гусеницу дать урон. Только не пробил. Добить. Как я его замучил, этого бедолагу. Ведь он... Больше минуты, наверное, стоял на гусенице. И светился, и не светился. Все равно на гусенице стоит. Город у нас пустой. Все умерли в городе. Надо принимать. Просто только откуда? Воу-воу, из полегче. Из полегче. Национальная озвучка ржачная. Ага, есть такое. Туму сял почуть. Не надо! Не надо, дяденька! Рагнарок! Рагнарёк! Бум! Кто-то стрельнул. А, тут второй еще приехал. Однего мне, одним меньше. То мусял почуть. То мусял почуть. Тут
Тут где-то ПТ крадется. Вон она. У кого-то жопа сгорела. По-любому у него жопа сгорела. У вражеского чувака. СУ-101 на врыве. Рта убила светляка. Плохо. Халк, это там живой? Живой. Против меня остались страшные танки. Ис меня за 2,5 выстрела убивает. КВ-2 может ваншотнуть. Может снять 2/3 хп. СУ-100 я не пробью. У меня голда еще закончилась, добавок ко всему. Я всю расстрелял. А ББшки здесь слабые. 150 всего лишь. Для такого уровня. Блин, они задолбали об эту арту убиваться. О, СУ-100 поехал. Подание в борт. Ты мгони гони по кунаме. Надо ждать, когда они в атаку пойдут. Не уходит Е-25 зачем-то. Тянуло по ДПМу, хочет развалить походу. Он живой, попробуйте ему помочь. Там гони по кунаме. Выкончили шмиго. Блин, что с ИСом делать? СУ-101, что с ними делать? Я назад. Убегаю. Я тут моя засадка. Да, он уже переехал, этот ИС. Куда-то в другое место. Они сейчас будут меня искать и, может быть, засветятся, но это не точно. Гусля урон, сгорел нахрен. А нефиг подставляться под пудели. Опа, вот он ИС. Вот он ИС. Засветился, на Хелкета идет. Хелкет молодец, убегает. А я молодец, подсветил его, что он сюда поедет. Мне самому страшно. Самому страшно было бы оказаться в этом бою против меня самого. Что творит этот камерунец с поправкой? Что творит этот поляк? Это даже не 100% экипаж. Ну то есть здесь командир с лампочкой, радист с радиоперехватом.
Но вообще это не стопроцентный экипаж без боевого братства, не говоря уже. Воины не дали мне. Не попал, к сожалению. Второй мастер подряд. Два боя, два мастера. Плюс рекорд по опыту на пуделе. Плюс две отметки. Плюс медаль Оськина. Нет, не рекорд по опыту. И нам больше опыта было. Когда-то. Но в целом неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. П-43 за... Не, подождите, вот этот П-43. Директор стада. Ага. Во взводе с котом. Одного, короче, взвод. Взвод одного загуслил. Подчинился, загуслил еще раз. Гусля-дамаг, гусля-дамаг, гусля-дамаг. Отсветился он. Гусля-дамаг, гусля-дамаг, блайндом. Убил. Ис. Выход получил леща, уехал. Прошло время, поехал меня убивать. Я же засветился, когда КВ-2 убивал. Меня уже нету. Выезжает, поджег, сгорел, сдох. Хорошо-то как. Хорошо пошло.